всем, с вами Славчик. Вот говорят, нет худа без добра. Я во Флориде застрял на неделю. Ой, тьфу ты, на неделю, на выходные, на воскресенье. Приехал вчера вечером груз забирать. Представляете, они взяли и воскресенье отменили. Они в воскресенье не работают, только в субботу. Короче, я жду до понедельника. Ну, думаю, раз я тут сижу, почему бы мне не сходить на пляж? На океанчик. Ну, это залив. Смотрите. Вода тут, волн тут нет, потому что это залив. Так что сейчас я пойду покупаюсь. На улице жара, вода теплая-теплая. О! Народу! На лодка катается, на джетске. Я тоже на джетске хочу. А вон там Тампа. А там город Санкт-Петербург. А это Clear Water, чистая вода. В переводе. Короче, все, я это, пойду я покупаюсь. Ребята, смотрите, во Флориде какие тут маленькие домики. Нашел какой-то парк, что-то непонятное. Типа трейлер и к ним пристройки, что ли. Ну, что-то типа трейлер-парка, вагончики, да? Но только такие какие-то, ну, немножко получше, что ли. Смотрите, какие прикольные. Ну, более-менее такие уже на дома похожие. И тут довольно-таки прилично. Ну-ка, с пальмами. Давайте сюда заедем. Улицы пустые. Жарко на улице. Видите, какие, да? То есть, такие бюджетный вариант какой-то. Но они довольно-таки большие, я вам скажу. Отделаны чем-то, не пойму. То ли садинг, то ли камень настоящий. То ли искусственный какой-то камень. То ли имитация этого камня. Ну, тут вот, ну, тут вот настоящий кирпич, да? А здесь не знаю. Как будто бы кирпич, ну вряд ли, что-то я сомневаюсь, скорее всего, имитация кирпича. О, вот это на продажу угловой. Ха, ну у них здесь, конечно, чердака нету, летом здесь кондиционер у них молотит без остановки, потому что чердака нет и потолок сильно нагревается. Ну такое что-то, ну да, как будто вы видите, да, смотрите, это якобы трейлер был, вагончик, и они к нему остальное уже все пристроили. Вот. Здесь я не знаю, если это кирпич, похоже, что кирпич, но его просто краской покрасили. Ну, аккуратно, смотрите, трава подстрижена, да? Вот, пальмочки какие-то ухожены. То есть, кто здесь живет, мексиканцы, не мексиканцы, я не знаю. Но вот Джексон Авеню, ну, не знаю. Похоже, что американцы. Если вы мексиканцы, у них... Мексиканцы, они любят такое, знаете. Пестрое все. Они бы разукрасили разными цветами. For sale. Вот это продается. Интересно, сколько они тут стоят. Земли, конечно, мало, но наверняка они здесь платят аренду земли. О, этот даже имеет сигнализацию. ADT. Это security у них. Вот. Этот с Вайнелла тоже... О, проданный, sold. Ага, этот уже продали. Дальше смотрим. Ну, в принципе, они как бы одинаковые, типичные такие. О, зато пальмы. Зайчик сидит. Ага, вон. Зайчик. Так. И главное, видите, так как на улице жарко у всех, машины стоят под крышей. А здесь у них, походу... Где-то я тут проезжал в офис. Ага, сюда они скидывают мусор. Мусорка. Ну что ж, довольно-таки прилично, да? Такое. Ну, интересно, сколько стоит здесь все. И тут какая-то дама катается на... Этот, как он называется? На гольф-карт. Ну, тут, конечно, это разукрашено, это ясен пень, не камень. Но все равно, нормально. Это вообще на какой-то... так интересно, да? С камином? У них камин тут есть, труба торчит. Или печка, камин, скорее всего. Зачем он тут? Тут и так жарко. А это у них офис. И тут какая-то главная тетка ходит. Вот это, я не знаю, это походу, что кирпич настоящий. О, какая пальма интересная. Ладно. О, напротив тоже такой же парк. И называется Twin Lakes. Twin это два, типа близнецы. Близнецы озера.
вот этот парк. Трейлер парк. Ну ладно, что тут, в принципе, одно и то же, да? Снимать я не буду, туда я не поеду уж. Примерно то же самое. Так, а тут я подозреваю что-то типа мексиканское. Здесь уже по-другому. Ну да, тут уже срачельник у них есть. Не совсем так ухожено. Так, сейчас будет лежачий полицейский, внимание. Да, здесь уже, видите, пестренькое все. Яркие цвета, это мексиканский вариант. Вот парк вагончиков во Флориде такой. Happy Trails. Mobile Home Park. Да, Mobile Home Park. Вот написано у них тут все по домам. Офис направо. Mobile Home Park. Это что ли у них офис? Похоже на него. Pay Rent Online. Да, они здесь оплачивают аренду земли и живут. Тут видите забор и дальше что-то еще за забором. Мусорка общая. Ой! Может спросить у этого чувака что-нибудь, кто здесь живет вообще? Hi! Is that a 55 plus area? Yeah. Oh, is it? Yeah. So mostly it's a homeowners or are they just renting here? Oh, it's a, well, okay. You own the mobile home. The mobile home. И тут, короче, мой телефон нагрелся, потому что на улице была сильная жара, и выключился. И видео дальше перестало записываться. Ну, в общем, этот мужик сказал, что здесь люди имеют дома эти собственности, и они только платят за аренду земли. Аренда земли $400 в месяц. Еще он сказал, еще что-то там связано с водой, они какой-то счет платят, он, как он выразился, какой-то дурацкий. В общем, я не знаю, что это. И на этой территории живут люди, которым от 55 лет. То есть, он говорит, здесь такое правило, что те, кто моложе 55 лет, здесь жить здесь не могут. То есть, тебе 55 лет, ты покупаешь здесь домик вот этот и живешь. Walmart прикупиться себе кое-что. Смотрите, как здорово. Такой райончик классный. Тут, смотрите, цветочки посажены. Все так аккуратненько. А ну-ка, вход посмотрим. Тут какие-то апартаменты. Комплекс апартаментов. Смотрите, как здорово. Пальмы. Цветочки. Машины. Так, и у них тут озеро. Ну-ка, к забору я подойду, не подойду, тут близко. Тут у них кусты кругом насажены. Ну-ка, где-то Славчик пройти может. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, нормально, вон. Ой, блин, а вдруг тут змея какая-нибудь? Тут всякой пакости. Фонтан, озеро. И апартаменты огородили, чтобы посторонние не шастали. Ну что, прикольно здесь? Мне нравится. Ладно. Пойду я в Walmart схожу. Я взял, поехал в Costco, думаю, дай-ка я в Costco куплю себе пиццу. Два кусочка. Взял пиццу, думаю, дай-ка я себе еще на работу возьму. Кстати, вот эта пицца, смотрите, какая здоровая, стоит $10. Вот, по сравнению с моей рукой. $10 пицца. Возьму на работу с собой. Буду кушать. И на $250 закупился. Мне в Costco вообще нельзя заезжать. Напокупал кучу одежды. Блин, это пипец. Там скидки были. Вот Adidas штаны. $10. И я их себе взял. 4 штуки таких. 3 курточки ветровки тоже по $10. Смотрите, какие классные. На работу. Куча футболок. Томми Хилфигер там. Девчачьих футболок. Вон полный ящик. Вот такой. Еще вот такие шопки себе взял. Тоже $12 стоят. Сандали. Короче, на $250. Зашел в Costco за пиццей. И кучу бабла оставил. Сейчас я в трачок свой перегружу. Ну что, россияне, я покупался от души.
Правда, дно здесь не очень. Что-то мне дно тут не понравилось. Тут песочек хороший на бережку. А туда дальше идешь, там какой-то ил. Ил, листья какие-то. Короче, я пошел, помылся, взял себе Head and Shoulders. Помыл свою тушку. Сейчас я чистый, пресной водичкой ополоснулся. Видите, у меня майка осталась белая на мне. А я же плавки с собой не взял. Я по-русски в семейниках. А кому какое дело? Вот. Главное, что у меня задница закрыта. Это самое главное. О. Красота. Есть на чем ездить. Мне тут машину дали на халяву, бесплатно. Вот. Так что покатался я сегодня. День прошел не зря, а то я расстроился. Думаю, все, сейчас буду лежать в траке в этом целый день. На улице жара под кондиционером. А ничего, день так плодотворно прошел. В магазинчик сходил, покупался от души, на людей посмотрел. До сих пор люди, смотрите, закат уже, время 8. О. О. Во лбу звезда горит. Все, сейчас буду потихоньку собираться, завтра с утра вставать, грузиться буду. И на Теннесси. Пока. Приехал я на один аукциончик тут, во Флориде. Гляньте, сколько тут продается лодок. Это кошмар. Там вдалеке еще их больше. Каких только нет. Вот куда надо за лодками проезжать, играть. А дальше за лодками идут эти кемперы. Towaway Zone. Ага. Это все рыболовные. Вот это классное. Ну, такая плоскодонка. Вот это красное, чапарро. Это вообще ништяк. Но с каютой она еще там. Видите, у нее окошечко. Там впереди каюта с диванчиком. Но это серьезная. У нее там каюта тоже серьезная внутри. Спереди. Она такая высокая. Вон что. А это такое попроще. Не шибко большая. Но все равно круто. Вон, трейлер даже трехосный. Ну, посмотрите, что здесь. Мотор Yamaha. Катамаран. А вот за ним лодка тоже классная, тоже Ригл. Ух ты, классная какая, со спойлером с таким, смотрите. А это рыболовная. Здоровая. Мако или Мейкл. Так, ну ладно, я погнал. Вон я загрузился. Фух, валю, короче, на Джорджию, в Атланту. Потом с Атланты снова во Флориду. И с Флориды на Теннесси. А потом, не знаю, с Теннесси, может быть, поеду уже на Вирджинию. Либо, а если грузов нету, домой поеду. А я тут возле, между Тампа и Орландо. Лейкленд, город так называемый. Вот мой груз. Ну, тоже у меня Кадиллак длинный. Этот полицейский здоровый. И трачок. Ну, остальные легковушки. Такие поменьше. Вот у меня раз, два, три, четыре поменьше легковушки. Но все равно такой хороший груз. Тяжеленький. Ребята, хочу вам тракстап один поснимать. Он такой прикольный. Но здесь вот все-таки они новую бетонку. Или что это? Асфальт? Асфальт. Новый асфальт положили. Сам по себе тракстап не очень такой он и крутой. Ну такой небольшой, миленький. Ярко так все как у него тут разукрашено. Вот. Это находится во Флориде. Город Лейк-Сити. Но мне очень понравилось внутри. Внутри прикольно. Сейчас зайдем посмотрим. Пальмы. Это то, что мы любим. О. Флорида лотерея. Играйте здесь, написано. И фламинго такая. Вот. Ну и, естественно, американский флаг. Приличный, довольно-таки большой. Сейчас посмотрим, что там внутри. Начнем, ребята, с туалета. Смотрите, какой классный. Чисто все. Зеркала, умывальники, все чистенько. Плиткой все выложено. Оп. И тут главное. Пожалуйста, помогайте держать нам эту, нам этот туалет чистый. И по-испански тоже. О, все плиточкой.
А ну-ка посмотрим, что там у них насчет очка. Все цивильно. Выходим. Смотрите тут что. Коллекция автомобилей и мотоциклов, а сама стенка в форме американского флага. То есть звезды, полоски, звездополосатый флаг и огромная коллекция автомобилей. Тут тебе легковушки, грузовики. О, порошок тает. Смотрите, как прикольно. Ламборгини, Диабло. И современные машины. А это что такое? Volkswagen какой-то, батюшки. Что это за машина? Главное, значок Volkswagen стоит. Ну, какие старые. Раритетные авто. Какой-то любитель. Ага, а вот этот любитель. Shuttle Truck Stop. This car miles, portion. Какой-то William Hoffers. Это его коллекция персональная. Million Dollar Executive Collection. Написано, что миллион долларов коллекция. Не знаю, здесь, я не думаю, что здесь миллион долларов. Может, у него там другие где-то они еще есть. Может, это часть его коллекции. Картины. Вообще такой трак-стоп прикольный. Смотрите. А это, походу, да, масло, да? Ну да, масло. Там, значит, парикмахерская в конце. А справа коридор, там душ. Если ты солярку покупаешь, то тебе бесплатно дают душ. Ага. У нее это... Нарисовано на лбу этот кружочек, типа индианка, но на индианку она совершенно не похожа. А что, прикольно, да? Ага. Ну-ка пойдем дальше, посмотрим, что там. Значит, там, ребята, души. Вот написано showers. Ух ты, здесь у них прям печка настоящая. Пиццу готовят. Пиццерия. Так. Дальше идем. Вот тут мне очень понравилось. Ну, здесь, как всегда, напитки разные, кофе и все такое. А мне отлично понравилось то, что наверху. Welcome to Florida. Добро пожаловать во Флориду. И девушки прикольные. Прям как настоящие. Но они тут вложились бабок, конечно, немерено. Смотрите, какая красота. Все так со вкусом сделано. Вау. Мерлин Мурло. А вот эту я не знаю. Вот она на Мерлин похожа. И вот тут какие-то еще мужики есть. Видные деятели. Ага, Эрнст Хемингуэль. А это кто? Хенри Макфлагер какой-то. 80 American Financier. Американский финансист. Индустриалист. Охо. А это кто? Джоан Понс де Леон какой-то. Spanish Explorer. Испанский какой-то этот. Explorer. Это что по-английски? Ух ты. И вот тут такая картина прикольная. И крокодильчик. Пупырчатый. Ну и как всегда они тут продают кучу всякой ерунды. Вроде заправка, да, а тут вам и одежда, и какая-то электроника, еды навалом разной. Ну такое, в основном мусорная еда, я никогда здесь не покупаю. Что-то для траков там. Кстати, смотрите, какие тут провода сейчас стали продавать для зарядки, для телефонов. Смотрите, какой длины. 10 фут. Три с лишним метра провода. Можно по комнате ходить.
О, это у них, наверное, на каждую помпу, на каждую колонку экран. Только почему-то они потухшие. Либо устанавливают еще, либо что-то случилось. А вот это лохотрон. Делать кому нечего. Я никогда в эту туфту не играю. Вообще, холоден всякого рода таким развлечением. А тут бабки вытягиваешь. Ага. Как ты вот этой штукой вообще можешь что-то отсюда вытянуть? Кидаешь, сколько стоит? Доллар стоит, чтобы доллар вытянуть. Ну-ну, прикольно. Делать нехер. Ага, мороженое. Может мне мороженку купить? Послоси себе жизнь. Дав. Опа, strawberry cheesecake. Кстати, вот это офигительное мороженое. Блин, сейчас я его себе возьму. Ну, как всегда, сволочи цену не пишут. Сейчас узнаем, сколько он стоит. Смотрите, какой трачок продали на аукционе. Хе, это что? Примо? Что-то про воду, да? А тут что, они дают, типа, пробы воды? Подходишь и пробуешь. А это типа микробы в воде, да? Что? Или это может быть реклама фильтров какая-то? Ну да. Смотрите, кран, да? Ага, а это микробы в воде. А то что, вода прям настоящая? Да? Слушайте, точно. Чё только не придумают, а? Рекламный ход. Забираю, короче, я этот минивэн. Мало того, что он весь в крошках, смотрите, засранный. Там, наверное, в нем не убирались никогда. Вот такой. Зачуханный, смотрите. Сиденья все, да? В крошках, тут, видать... Фу, а что это в потолке у него? У него, видать, крыша, что ли, протекает. Фу, блин. Так, я у него здесь нашел тайник, ребята. Смотрите внимательно. В полу, оказывается... Ой, как он открывается? Ой, ё-моё. Ой, да как же он открывается? О! Смотрите, что я нашел в тайнике. О, сколько ж тут богатства, а? Красота. Фу. Фу. Вот такие тут машины, ребята, есть. Люди, хочу вам этого трака снять. Я думал, мой там трак ржавый, не очень красиво смотрится. Посмотрите на это чудо. Разноцветный. Непонятно чем, заляпанный какой-то там шпаклевкой или чем. Все колеса в чем-то белом. Это ужас просто. Это капец. Где он ездил? У него все белое. Ну вообще, конечно, трак этот ужасный. Трейлер вроде бы не старый. Хотя тоже он весь прогнивший уже. Я не понимаю, какой-то шпаклевки. Шпаклевка, шпаклевка, все шпаклевки. Вон. Что он с ним делал? Где он катается? И главное, весь какой-то разноцветный. О! Разные цвета. Что-то он больно у него низко от земли. Два колеса лежат, да? Две запаски. Ну, вообще реально дремнючий. С Майами. Тут весь белый. Вареный-переваренный. Ой, кошмар какой.